нумерация будет до 10 вершин. Ну, начнем с какой-то, либо опять с любой точки. Пронумеровали. Ну и опять можем вытянуть невозможные варианты разреза. Единица невозможен, вариант, что он во внешнем угле. Десятка невозможен. Девятка с восьмеркой тоже. Здесь семерка невозможна. Что еще у нас невозможно? Двойка невозможна. Четверка внешний угол. Осталось 3, 5 и 6 варианты. Можно начать опять же с любого из них. Возьмем, например, вариант 3. Нет, здесь непонятно, что именно так проходит. Вот здесь точно тоже непонятно. То есть, разрез будет проходить либо вот через эти две точки. Мы предположили. В одной части окажутся вот эти клеточки, в другой части вот эти клеточки. Остается 4 центральные клетки распределить между этими частями так, чтобы фигуры оказались одинаковыми, если получится. Но у нас вариантов не так много, их надо просто все рассмотреть аккуратно. Можно смотреть вот эти две. И вот так вот. Фигуры получились неравными. Давайте рассмотрим другой вариант, скажем, вот так вот. И опять фигуры неравны. Вариантов на самом деле не так много, потому что по диагонали клетки обязательно разного цвета, поэтому попробуем вот такой вариант. Тоже не то. Ну и остался только четвертый вариант рассмотреть в данном случае. Вот так вот. Это уже тут. Вот, да. Тут видно, что фигуры действительно оказались симметричными. Можно рисовать аккуратную границу. В данном случае есть симметрия и сдвиг на одну клетку вниз. Ну, то есть тоже скользящая симметрия? Тоже скользящая симметрия, да. А из других точек? Можно попробовать рассмотреть другие точки. Просто займет некоторое время. Ну, там, скорее всего, не получится разреза. Попробуем рассмотреть точку, например, 5. Тут уже единственный вариант. Сразу разрез рисуется частично. Опять же, отмечаем одну часть и вторую часть разными символами. Здесь у нас две непонятных клеточки, которые непонятно кому принадлежат. Ну, опять же, можно либо вот такой вариант рассмотреть. В части сложно видеть. А, это тоже самый вариант. А, нет, не тот же самый. Вариант. Кстати, тоже похоже, что тоже равные или нет, неравные фигуры, неравные. Здесь есть длинный 4 отрезок, здесь нет длинный 4 клеточки отрезка. Либо вот такой вариант посмотреть. Тоже неравные. Действительно, иногда фигуры сложно заметить, их равенство или неравенство. То есть вот пятерка у нас не подошла. Я не понял, почему они неравные. Ну вот так. Да. Фигуры. Ну вот здесь у нас есть сторона 1,3 и сторона 1,4 перпендикулярные. Да. В этой фигуре таких сторон нет. Нет, да. То есть просто действительно это не очень очевидно и сразу легко заметить такие вещи. То есть это вот. Ну и последний случай, когда есть шестерки. Да, из шестерки. Попробуем рассмотреть шестерки вариант. Опять же, он здесь, разрез здесь. Опять же, отметим некоторые клеточки однозначно понятные. Опять вот эти две клетки надо рассмотреть. Ну, вот такой вариант смотрим. Вот эта фигура будет. Ну, тут тоже неравные. Здесь вот есть 4 подряд клетки в этой фигуре есть, в той фигуре 4 подряд клеток нигде нет. Ну и второй вариант рассмотрим. Вот такой. Вот так фигуры. Тут, конечно, не очевидно, что они неравны сразу. Но вот здесь вот есть вот такой вот выступ. На этой фигуре такого выступа я не обнаруживаю как. Ну, все остальное. Ну, тут, конечно, да. Тут не так очевидно, но они тоже не равны. Никаким движением они здесь не совмещаются. Ну, можно сказать, что здесь есть 3 таких вот таких вот элемента. А в правой фигуре только 2 таких элемента. Вот здесь и вот здесь. Да, выступающие клеточки. Выступающие клеточки. Отлично, решили.